Ну что, идем в акции? Здорово, здорово, привет, привет. Посмотрим, что там за Юля. О, Юля хорошая. Правда, это не она на фотографии, но все равно привет. Hi, hi. You are so beautiful, but it is not your photo. Так, хорошо. Поржали, хватит. Побежали дальше. Чики-чики-чики. Что там у нас такое? Придется перезайти. Все, я опять с вами. Вот так вот, Ронин, ребятушки, у нас выпал Ронин. Вот так вот. Ну, видите, нам создали в чате Юлю. Не знаю, кто это решил так потрешивать, чтобы все сразу посмотрели на ее фотографию и реально повелись. Так, побежали дальше ролить. Карта пришествия монстров. Мы будем жестиками сегодня. Юля, where are you? Аня видела, какие у нее сиськи? Лохини мамонты не вымрут. Это 100%. Ну что, дадите вы нам Некроса на годовщину, четырехлетие. Дайте, пожалуйста, мне Некроса и Вальтора. Ну, пожалуйста. Ну, дайте мне Некроса и Вальтора. Сундук таланта. Ну, в принципе, тоже неплохо. Так, поехали дальше. Да, ребятушки, нам сегодня надо выбить недостающего героя Некроса. Ну, Вальтора я не так сильно хочу, а вот Некроса очень хочется получить. Надеемся, что нам сегодня повезет. Ну, это не факт, это не точно. Нам падает Валентина. Валентина. Валентина и 200 самоцветов. Ну, тоже неплохо. И опять сундук 5-го левела. Что ж такое? Я так понял, в этой акции привязки нету. Значит, скоро где-то нам упадет Некрос. А может еще один и опять сундук 5-го левела. Нам просто сегодня везет. Просто нереально везет. Давайте смотрим дальше. Мешок рун. Таинственный мешок рун 3-го уровня. О боже, нам везет. Карта пришествия монстров. Причем командная. Медуза. Не знаю, правда, или эти герои там есть. В дропе я не смотрел. Я сразу зашел в акцию. Написали, что тут падает бесплатно Вальтор. Бесплатно падает Некрос. Я сразу сюда зашел. Я даже не смотрел на дроп. Вдруг нам повезет сейчас. Карта группового подземелья. Жесть, жесть, как прет. Топ, просто топ дроп. Хранитель. Ничего себе, вы видели? Нам выпал хранитель, ребята. Жесть, это жесть. Целый хранитель. Ну давайте. Дайте, пожалуйста, Вальтора. Я не зря копил 70. Каких 70? Там 100 с лишним попыток за 4 дня я специально накопил. Бесплатно ничего не ролил. Все ролили, а мне 112 попыток просто было. Я их копил, копил. Дайте, пожалуйста, Вальтора или Некроса.
Ну, пожалуйста. Ну, куда Валентина вторая? Ну, зачем она? У меня и так она первой эволюции. 7-10. Прокачана. Одни карты дает. Эх. Ордена. Видимо, нам сегодня не светит некрас, ребята. Мы зря только копили 112 попыток бесплатных. Двести кристаллов. Опять медуза. Ну, хотя бы медузе смогу сделать первую эволюцию. Это радует. А за ордена смогу паролиться в созвездие. Это тоже хорошо. И смогу с друзьями сбегать в групповые подземелья, если меня туда сводят. Опять ордена. Жесть. Вот это я сегодня наролю себе созвездий. Пятерочек на уклонение. Ну давай, давай, давай. Вальтора надо. Хотя бы. Карта яйца питомца. Ну что ж такое, ну. Не прет и все. И опять карта яйца питомца. Эх. Не видать мне некроса на своем аккаунте. Ну дайте какого-то героя донатного, пожалуйста. За бесплатные попытки. Эх, я думал, все-таки будет праздник. Праздника нет. Да, пропало желание донатить на шапку и Минотавра. Не буду даже говорить уже о разрухе. Аж плакать хочется. Нам упал укротитель. Почему не накротитель? Вольтотитель, а именно укротитель. Жесть. Просто жесть. Да. 4 дня копил. Специально не заходил в игру, чтобы попытки накопились. И тут вот так вот. Нам ничего не падает. Падает какой-то там сундук 5 левела. О боже. Сейчас заплачу. Нам упал Вальтор. Это жесть. Подождите, я в шоке. Мы с бесплатки получили Вальтора. За 4 года вместе мы получили Вальтора. За 120 накопленных попыток. Еще получили Укротителя. Я его тоже смогу перевести на эволюцию. Ребята, это вообще, это имба.
Это просто имба. Не будет у нас некроса. Развели нас. Причем жестко. Валентина упала, укротитель упал, медуза упал, хранитель упал, некрос не упал, Ронин упал, Вальтор упал. Я в печали. Просто жесть. Как можно без доната играть? Я даже не знаю. Придется донатить, ребята. Да, это печально. Нам упал всего лишь Вальтор с бесплатки. Некрос так на мне не пришел. Эх. Что же делать? Давайте еще посмотрим какие-то акции. Рубашкой вверх. Тоже, кстати, копил. Копил 4 дня на 4 года. Вот смотрите, какие у нас питоняшные карточки. Ничего себе. Смотрите, мне за 120 попыток сразу дало кристаллы. 150 кристаллов. Сапоги. Охренеть, вот это дробь. Карта группового. Жесть. Вот это я КГшек сегодня нафармлю. Еще одна карта. Сапоги, смотрите, сколько падает. Офигеть. Сущность. Смогу прокачать кому-то скилл. Еще одна. Вот это прет. Просто нет слов. Просто имба. Мы получили руну эволюции. Мы сможем перевести нашего Вальтора. Охренеть. Фиолетовое яйцо. Вот это я сегодня силу прокачаю. Смотрите, даже значки почета. Просто слов нет. Какая щедрость. Сегодня мы сможем реально затащить. Даже талант паролем. Охренеть. Вот это акция. Пятая коробка. Нам упала пятая коробка. Первый раз упала пятая коробка. За сколько попыток, я не знаю. Но нам упала она. Молот гоблина, новый артефакт. Я его куда-то вцеплю. Не знаю, правда, куда и кому. Жесть. Жесть, просто жесть. Нереальная акция. Ребята, советую копить бесплатные попытки. Охренеть, вторая карта. Вот это мы сегодня талантов наролим пятых. Офигеть. Еще один. Охренеть, я сегодня смогу трем героям три скилла прокачать. Еще раз смогу паролить. Вот это жесть. Таинственный мешок рун третьего уровня. Третьего, ребята, это не первый, не второй. Это третий. Даже не пятый. Значки почета. По-любому сегодня я ему вкачаю пятую звезду. Еще одна руна эволюции. Охренеть. Я смогу даже сегодня двоих героев перевести на первую эволюцию. Еще одна, третья. У меня просто шок. Это просто шок. Значки почета. Нет. По-любому кого-то на шестую звезду. Дед Мороз. Вот это кайф. Все.
Все, я пройду кошмарки. Я теперь их затащу. Второй артефакт. По-любому его вцеплю на деда. Еще одна. Опять смогу паролить. Офигеть. Ордена. Мифический мешок рун. Вы такое видели? Опять самоцветы. 150 самоцветов. Вот это я наролю сегодня. Еще один талантик. Подниму. Еще самоцветы. Смогу паролить за 450. Офигеть. Ну все, по-любому кому-то сегодня третий скилл вкачаю. И питомцев выбью. Кристаллы героев. Нет. Сапоги. Просто плакать хочется. Красавчики. Офигеть, еще за 150 рольну. Это будет реально крутой ролл. 450 и 150. И по-любому нам там упадет легенда. Третий артефакт. Офигеть. Опять ордена. Вы это видели? Жесть. О боже, еще одно яйцо. Куда их столько? У меня своих два, а тут их уже три. Охренеть. 5 артефактов. Я по-любому попаду в топ-100. Шесть. Ну все. Топ-10 точно мой. Значки почета. Офигеть. Седьмой артефакт на седьмую базу вцеплю когда-то. Восьмой артефакт на восьмую базу. Еще ордена. Еще скилл один вкачаю. Еще один скилл вкачаю. Правда, не знаю на сколько. Ну, на 11 начну. Еще 100 кристаллов. По-любому будет эволюция сегодня. Еще 100 сверху. Просто трэш. Вот это им... Одержимый. Охренеть. Все. Дед Мороз одержимый. Все подземки теперь мои. Я теперь их просто порву. Ну это уже все жесть. Это я уже по второму кругу артефакты. По два артефакта нацеплю. Будет просто как молот Тора. Офигеть. Это я смогу сегодня сделать третью эволюцию. Третью, ребята, третью. Ни первую, ни вторую. Охренеть. Еще один раз рольным за 150. 450 и 2 по 150. И по-любому мы там достанем Некроса. Он нам не упал с бесплаток. Мы его выбьем за роллинг. Мы проролим как Рылев Вальтора за самоцветы. Малыш Ник. Офигеть. Первый раз вижу такого героя. Просто слов нет. Вот это нам сегодня везет. Даже не знаю. Просто имба. Талант мы по-любому вкачаем сегодня на 11. По-любому. И наролим 7 созвездий 6. И
Офигеть. Просто, просто жесть. Супер. Просто супер. Охренеть. Мы заработаем 300 самоцветов за то, что мы проролим по квесту. Мы получим 300 самов, и мы сможем сделать 450, 450 и 150. Жесть, это жесть. Конфетка, иди сюда. Я теперь буду в ЗБ тащить, просто тащить всех. Просто Кэнди зарешает. Все противники просто залипнут. Но это уже не интересно, это уже было. Это тоже уже было. Я теперь супер богат. Мне выпало 900 самоцветов. 1050 самоцветов. Просто нет слов. Просто спасибо за бесплатные попытки. Просто накидали кучу артефактов. Просто жесть. Вот это мы сегодня вкачаем аккаунт. 150. Это уже 1200. 1200 самоцветов. Еще один Дед Мороз. Еще 200. Ну, сегодня мы набили артефактов на весь гарнизон. У нас просто сейчас гарнизон будет стоять на защите. Все тупо будут меня оббегать, обходить. Они посмотрят, просто там стоит зелень с молотками. Еще 150. Еще карта. Я смогу сегодня сходить бесплатно пару раз с друзьями. Попрошу, они меня проведут на лаву. Мы сходим на первую лаву, ребята. Еще 150. Просто жесть. Просто нет слов. У меня будет весь гарнизон. Просто в артефактах. По два молотка. Охуеть. Анубис. Просто мать его, Анубис. Ребята, это упал Анубис. Я не знаю, что я буду с ним делать. Мне реально, я не знаю, я в шоке. Что я буду с ним делать, с этим Анубисом? Просто жесть. Просто жесть, ребята. Это был Анубис. Коробка 5 левела, я просто потек 5 левела. Коробка. Не просто обычная картонка, а просто коробка 5 левела. Вальдор. Ребята, это был Вальдор. Знаю, какой он по счету, но это был Вальдор. Охренеть. Быстренько его закрою, чтобы никто не видел. Никому не... Ну что за фигня? Где мои бесплатные попытки? Вы чего? Ребята, как так? 120 попыток еще осталось. Надо срочно писать в ТП. Сказать им спасибо за такие
бездонатной акции, за то, что вы даете возможность игрокам бесплатно получить Анубиса, Вальтора, кучу рун, кучу пятых талантов и паролить на 1200 самоцветов. Спасибо, IGJ. Сейчас мы все заберем тихонько, чтобы никто не видел. Никому не говорите только. Вот это я сегодня прокачаю себе Вальтора. Даже сделаю ему эволюцию за карту. Ребята, за карту эволюцию сделаю. Я в шоке. Сколько лута с бесплатных попыток. 120 попыток. 4 дня. 4 дня я копил их. Дед Мороз. Два артефакта. Еще два артефакта. Анубис. Охренеть. У меня просто нет слов. 4 года вместе. И просто рубашкой вверх. Давайте еще получим сейчас Некроса. Я вас очень прошу, нужен Некрос. Пожалуйста. Просто, пожалуйста, дайте мне Некроса. Я так его хочу. Мне не нужен ваш стрелок. Я хочу просто одного Некроса. Пожалуйста, одного. Хотя бы одного. Ну хотя бы. Он просто красиво смотрится в алтаре. Мне нравится, как он летает. Мне нравится, как он... Не знаю, просто нравится. И все. Я просто хочу Некроса. Вы мне не дали там за 4 года. Дайте, пожалуйста, здесь. За бесплатные попытки. Хотя бы одного. Я понимаю, что если я займу первое место, я могу их там 2 получить за каждый день. Сегодня, завтра, послезавтра. Но мне хватит одного. Я не настолько жадный. Просто один Некрос и все. Я смогу спокойно играть, зная, что я смогу противостоять донатам на русском андроиде. Я знаю, что я смогу сходить свободно в рейд, в забытую битву, на атаке фортов. Я смогу выйти из своего лагеря. Ну. Нет. Восемнадцатый. Вот так вот, ребята. Всего лишь 18-й. Ни первый, ни второй. Все, всем спасибо. Ставьте лайки. Пишите комментарии, кому сегодня еще упал Некрос. Кто достал Вальтора с бесплатных попыток. Кто вытащил Анубиса. Все, всем пока.